22 декабря в Ульяновском театре юного зрителя стартует новогодняя кампания. В этом году праздничным подарком для зрителей станет премьерный спектакль «Сказка о влюбленном солдате», который пополнил театральный цикл «Сказки Великой России». Сказка получилась такая, она в меру забавная, в меру она такая детективно-приключенческая. Я надеюсь, что будет интересно ее смотреть и детям младшего возраста школьного, но я думаю, что родители тоже не должны заскучать, потому что, как всегда, в наших спектаклях для взрослых есть тоже какие-то свои темы, которые через спектакль проходят. По сценарию отставной солдат Иван Тарабанов отправляется навстречу опасности, помогая тем, кто не может себя защитить, спасает односельчан от коварного змея Горыныча. А совершить все это ему помогает любовь. Именно она укрепляет его решимость и прибавляет веры в собственные силы. Кроме спектакля, гостей новогоднего праздника ждет игровая программа у елки в фойе театра с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами постановок театра. Завершит вечер новогодняя дискотека. Новогодние праздники в небольшом пройдут с 22 декабря по 7 января следующего года. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.